14 декабря в связи с пожаром в Воронежской области губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение провести внеплановые проверки всех стационарных учреждений социальной сферы, а также взять на особый контроль обеспечение противопожарной безопасности в них. Кроме того, губернатор поручил организовать дополнительные дежурства в стационарных учреждениях в новогодние праздники. Декабря под руководством главы района Олега Хромова прошло оперативное совещание. Глава муниципалитета подвел итоги второго гражданского форума и поручил взять в работу реальные инициативы. Олег Хромов уточнил задачи органов местного самоуправления района, поселений, предприятий, организаций, служб по работе в период новогодних праздников. Особое внимание – информированность населения обо всех изменениях в графиках работы учреждений, а также общественного транспорта. Декабря в Ленинском управлении ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области зарегистрирована тысячная запись акта о заключении брака. Юбилейными супругами стали жители Ленинского муниципального района Руслан и Яна Рагимовы. В зале торжеств Ленинского управления ЗАГС супругам вручен памятный адрес и поздравления по случаю бракосочетания. С 7 по 12 декабря в теннисном центре «Орловский» впервые был проведен турнир по теннису на Кубок главы Ленинского муниципального района. Всего в турнире приняли участие 64 спортсмена из 17 городов Российской Федерации. Турнир соответствует третьей категории по классификации российского теннисного тура.